Ну, немножко опоздал. Давай вот эту малосветскую сначала, а потом другое. Да, это семье покойного Маяковского. Не разбей, пожалуйста. Мы сегодня не будем останавливаться на том, что товарищ Арусина не была завербована. Польша пробила насквозь плохо. Не только оказывает прострелила. Поэтому сегодня я решил поздравить товарища Арусина. Да ладно, какая разница. Я сама обналила, господи. Не знаю. Заполним сейчас. Ну, хорошо. Так, отлично. Поставь. Она не светила. Почему? Да я буду говорить, а ты открывай. Дима, ну давай, чтобы все встали. 50 лет. Не надо, зачем вставать? Сразу посмотрим сегодня. Если бы то ей было 50, тогда с чего мы подошли? Да, мы собрались здесь в честь нашего юбиляра. Это мне ненавидно. Значит, 50 лет это... Рубеж, вот видишь, уже это рубеж, это веха, это жирная веха на жизненном пути. Так сказать, и дорог много пройдено, и ошибок много сделано. Я тебе желаю здоровья, дорог еще столько же, ошибок, чтоб поменьше. Самое главное – здоровье и счастье. Спасибо, да. Спасибо большое. Всем спасибо. Мы все скажем в следующих тостах. Ой, Виталик, ты вообще даже не поднимался? Шампанское-то можно чуть-чуть? Нет, дорога очень плохая. Ну и стукнет, а больше ты еще. А больше и нормально. Ну ладно, давай, тост, твое здоровье. Не поднимайтесь, сидите. Дело вот в чем, что в таком составе Мы давно не собирались, чтобы оба сына, обе невестки были за одним столом со мной. Все в наших руках, Антон Николаевич. Ваших, да. А больше даже вы. Поэтому я очень рад, доволен, что в этот торжественный день, когда старшему сыну исполнилось полвека, Вы наконец-то собрались под одной крышей за одним столом. Дай Бог, чтобы это было почаще, чтобы вы общались. Что как-то странно. Друзья, товарищи встречаются чаще, чем близкие и родные. Что ж, а тебе, Толя, пожелаю всего самого доброго и будь на высоте. Ну ладно, давай. Спасибо. Что, скажи, старший будет? Второй, не надо вставать. Второй тост, ну, да, это родители, по идее, надо было. Нет, мы еще скажем. Значит, это пятый тост? Обычно за спутницу жизни. Да. Господи, это слово, знаешь, сколько надо сказать? Сколько вытерпеть надо? Мы столько не выпьем даже. Да, действительно. Значит, давай, конечно, тост выпьем за тебя. Вообще-то, да. Мужчина пьет стоя, а женщина до дна. Все-таки, конечно, Толя, тоже довела ты Толю до 50 лет. Чтобы довела его и дальше, конечно. Но желаю тебе, конечно. Ой, тебе, да, очень тяжело, конечно, было. И все-таки у нас сложные мужчины с тобой попались. Они в каком-то смысле хорошие, в каком-то смысле есть и недостатки. Конечно, у всех людей есть недостатки. Вот, с ними очень тяжело бороться, с одним недостатком, конечно, самым ужасным. Трудно перестроить их под себя, да? Да. Мы, конечно, не такие, поэтому нам тяжело вот это все очень. Вот пережить. Ну, в общем, я желаю тебе. Я желаю тебе оставаться такой красивой, молодой. Спасибо. Вот, чтобы ты всегда была такая, в общем-то, очень видная дама, женщина. В общем-то, чтобы тебя очень любили твои мужчины, чтобы тебя любил муж твой, и чтобы тебя любил твой сын. Это очень приятно, чтобы тебя многие любили. Большое спасибо. Здоровье. Самое главное – здоровье, Надь. Здоровья нету. Здоровья. Ну чего? Главное – часть. Мы наелись уже, не надо, не включай. Ладно. Не переживай.
Это только наедаться как бы начинает, да? Да. А что ты мне несла-то тут? А теленка пока не дает. Какой шум? Ну, убрали подальше. Да? Это Виталий. Она задачила. А это самое мясо сейчас быстренько, я же его пожарила только перед вашим приходом. Ну, садись пока. Да, это я хотела. У кого чего убрать? Тебе убрать? Не надо, зачем? Тарелка чистая. Да, ну конечно, это у вас круто получилось. Чего? Да с этим магнитом это. Это тебе подари на работе, да? Как тебе там любят? Не, ну, сейчас ты три сколько? А эти клапы выбрасывал, что все? Какие? Оно еще были магнитом. Ну она стоит там рядом. У меня какая-то была вот эта вот, я им отдал. Ну, Ригонда стоит. И, ну они уже все там. А еще я не верю, что их нельзя починить, что-то он... Нет, починить-то можно, но... Не нужно. Ну, в общем, он, у него что-то долго не держится ничего. Да там он крутит ее, сухой. Тут же есть какой-то предел там. Любит музыку все время как вы что, занимается под музыку? Да ничего не занимается. Ну, занимается. Не, он когда, по-моему, наушники вырубит себе и, да, и ходит, занимается себе. Музыку слушает. Да не, ну как, с другой стороны. Ну, давай, Гриш, что ты сделаешь? А что, у тебя стоит? Так, а? Кто зажал? Мы не зажали. Мы никогда не зажимали. Может, еще до этого не дошли. Что это такое? Я такого никогда не видела. Братья, да, или дали. Я в Берлине купил. Он купил в Берлине, мне подарил на Новый год. Ты давайте посмотрим, купи. Сейчас покажу. Вот. Для этого, наверное, надо какие-то сушечки, да? Слабенькие. Я не пробовал, не знаю. Аришка. Давай попробуем. Ты большие рюмки дай. Ну, мы. Чем большие? Так, кто будет ликер пробовать? Ну попробуй. Попробуй. Виталий! Виталий, сейчас Димку зовут. Ну, нет, ты что, что, не надо детям, что? А он наверное молочный. А он наверное молочный. Ну такой же, он же может не попробовать, пусть попробует. Он такой, да. Но знаешь почему? Потому что он, знаешь, у нас как-то такой цвет говорит. Это вкусное. Там градусов всего 17. Ну и что, 17? А вам куда налить, Антон Николаевич? Сейчас я вам дам. А вы водку выпейте. На, вот это. Это мое. Ну, ладно. А то я вату. А то Димина. Димина. Чего вы как украли на этой самой наливаете? Налейте по рюмке-то. Ну, а оно она бреет, мам бреет, поэтому попробуем. Конечно, не надо много наливать. Это, ну, это так, знаешь, вот... Деликатес, и поэтому не надо, да. Правда, что это по рюмочке поселок. Что еще? Виталий, не будешь пробовать-то? Боишься? Оля, мне кажется, что... Дима, дети налила. Вот, что мы это взять. Я думаю, но так еще лучше. Нет, Гриш, как хоть он называется? Вкусно, а чем напоминает? А что напоминает? Это же ириска шоколадная. Правда? Ириска шоколадная. Интересно. Антон Николаевич, что? Я налила ему. А себе? Я себе налила. Это себе. Как? Огорчал тебя никогда. Огорчает, это огорчает. Ну, любить-то вроде любит. Да, ну, может, кто-то не огорчал, но правда. Нет, женский напиток. Женский напиток. Это поцеловал, что ли? Это такой поцелуй воздушный. Ну, попробуйте, Антон Николаевич. А я? У него еще разрешение надо получить. Попробуй. Точно, ему это, сгущенное вот какао с молоком разбавлено. Вкусно, вкусно. Нет, на душе. И ты почем на коньяк, похоже, сидит. Да, понимаешь? Нет. Ли, ну, там... Ирландский кремовый ликер. Или коньяк, или вот, ну, спирт. Вот крем, да. Ну, я вообще-то видела просто бутылку вот такую. Вкусная вещь. Такой очень. Никогда не видела, но очень вкусно, да. Ну, мало. Не, ну здесь я не доверяю, здесь привозят неизвестно что, там может вообще лучше делаться. А это точно очень ирландский. Очень вкусно. Ты знаешь, вот его надо маленькими глотками. Да. Вот я уже чувствую дальше. Я уже дальше чувствую, что вот уже начинает вот ржение. А начало прям такое? Начало вроде как будто, ну, какао, конфетка, да. Мам. Вы кто такие? Это кто? Антон Николаевич Веднев. Надя и Оля. Нет. Вот так. Надя и Оля. Так закрутил. Так, во-первых, я благодарен им за то, что они моих сыновей держат, ну, пусть не в дешевых рукавицах, но во всяком случае в рамках. Это очень полезно. И благодаря этому вот и старший до 50 уже дорос, а младший, я думаю, тоже дорастет.
И, не исхудал очень, боюсь, кожа и кости остались. Больше того, вы знаете, что я, конечно, не ожидал. Жалко, что вот моя жена, его мама, не дождалась того, ну, как бы, я считаю, что это у него уже триумф. Он третью звезду получил. Это два слова у тебя называют? Да. Ну и что, послушай. Он полковник. Ну, я не хочу, чтобы он был генералом. Не надо говорить про Толю. Да, не надо. Спасибо и того, что он этого достиг. И все это, и тебя, Толя, и Виталик, благодарите своих жен. Вот, вот за наших жен, за Надю и за Ольгу. Вот это вот два слова называется. Будьте здоровы, будьте красивы. Гусар, черт возьми, так, гусар. И какие слова нашел? Ну, как обычно, мы стоя один как два. Ольга, сними, а то и я все время один раз. Мы, знаешь, когда мы посмотрим, думаем, ой, какой ужас. Да? Ой, какой ужас. Я тоже. Я сейчас тебе покажу, как мы на Новый год веселились. Спасибо, мои дорогие. Да, спасибо. Старшая любимая невестка и младшая любимая невестка. Ой, все-таки это... Виски не для нас, да? Это... Не надо, мне тут не снимать, потому что я не люблю это. А он снимает сейчас? Он нет, да. Но дело все в том, что мы... Камеру принес. Зачем? Андрей, выключай. Андрюх, а вот, наконец-то. О. Еще моя старушка, жив я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, дая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне. И тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то же, будто кто-то мне в кабацкой драке заданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная брешь. Не такой уж горький я пробойца, чтоб тебя не видя умереть. Я вернусь
когда распустят ветви. Не-не-не, я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в старенький наш дом. А, вот теперь. Где-то я вернусь, когда распустит ветви, по весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди. Мы финансировали это в декабре. Да, да. Это не в декабре, а 30 сентября. А, да? И вот я прикинь, что. А мы да. Ты как будто сын. Видишь, никаких песен же не пою. Я только так вот какую-нибудь есть пьеску какую-нибудь сыграл. Ну сыграй пьеску. Мы что, думаешь, пьеску не воспринимаем? Как-то я что-то учил на гитаре. И что-то какой-то называется. Все-таки перфектируй,
это, сыграл, как ее? Чей это этюд? Отцвели уж давно хризантемы в саду. Я спрашиваю, чей этюд? Это этюд, это соната. Ну, прям мне... Не, мне очень нравится, молодец. Получается, он сложный, Виталий, тебе чай наливать, Виталий. Виталий Анатольевич, он уже спит. Чай будешь? Или кофе может быть, а? Виталий, дай ешь мясо вкусное очень. Сейчас сварю. Да, правда, не надо уже. Ну, тихо ты. Знаешь, Виталий, так, делать, так нельзя. Надо, все, Виталий, надо. На отходе, смотрите, что это нездоровое даже ну, что-то. Ну, кофе, разве это что? Я не говорю про это. Вы видите, что? Ну, ладно, ну, Оля. Ладно. Худеть о, надо. О, ну, нет. Не сегодня, не сегодня. Не сегодня? Не сегодня. Спокойно. Нам ли быть в печали? Я кофе не могу, у меня давление. Высокое, да? Ну, нет, ну, дело в том, что 150 для меня, это, я уже, я бы тропал тогда. Не говори. У меня бы недавно было 160 на 90, а у меня вообще так у себя голова болела, жутко. У меня надо 140, я просто вот только лежа могу. Если я встаю, то у меня... А тут недавно 145 на 105. Ничего себе. Да, 145 на 105. Я Виталий, а заговорил. Раньше никогда не знал, что мне снизилось там давление. А сейчас чуть-чуть замучается. Да. Четко совершенно. Как только снизилось давление, все. Аристократ. Сразу. Рисунок что-то не так. Да, вот так. Видишь, ужас какой. Вроде мы не такие старые. В том-то и дело. Если у нас денег не нас ждет. У меня отца давление такое страшное. Знаешь, но он же привык. Вообще есть у него. Есть газ, электроплита, правильно? Это будет по-турецки. Ваш мой. Ужас, так страшно. Даже не с того времени так страшно. Ой, я понимаю. У нас Новый год вообще был идиотский же. Мы же скоро вызывали. Новый год прям? Ну, там типа эпилепсическое что-то было. Какой-то судороги, все это. В 10 вечера. Ну и потом еще 8 года там две было. Вот еле-еле положил. Ну, правда, хорошо, ЦКБ у меня. А, я то есть тебе ты это к того, это как да. Ну, мне, как моих родителей, значит, мне прикрепили их, значит. Ну, и... прям там, где ЦКБ, ну, там, где вот этот да, Ельцин, да. Ну, ЦКБ, Ельцин, да, Кунцевка, да. И у меня приклейник у них на сердце спрашивают. Ну, поэтому это ну, тоже... Не надо. Ну, мам, это, конечно, говорят, не надо. Немаловажные детали такие. Ты что, Господи, немаловажные, это очень... Много важное. Да, что? Потому что вот, мы приехали, там и кардиограммы, и давление, там и бригада 4 человека, мужики, и две скорые, там такие депровинционные. Ну, там все-таки пока еще есть. Ну, расскажи, Гриш, что в отношении, как его, труда, как его, этого, населения, как-то? А я же не снимаюсь этим. А сейчас чем? Я же замрукователь Федеральной миграционной службы. Это миграционный контроль держится иностранной рабочей силы. Иностранная? Идем в кухню. Я не могу. Дим, ну ты вообще, ой, Дима, Андрюш, в темноте снимаешь. Иди, дядя Толя. Да там подсветка. Не надо меня, там, да? Дима. А он меня вообще в темноте снимает. Да? Да? Он не снимает. Ой, слушай, ты что смотришь-то? Ну, у нас пока сейчас 300 тысяч человек работает в России. 300 тысяч. Из 105 стран. Мало. Я скажу много, а вьетнамцев, небось, 305 тысяч только из Вьетнама. Нет, нет, нет. Я на самом деле говорю, их всего 5 тысяч у нас. 5 тысяч, да. Понимаете, это на виду, это все равно, что негр идет в толпе. Просто заметно. Вот и все. У нас не с ними проблема, у нас проблема с другими делами. Ненормальная конкуренция с СНГ. У нас вот только водители троллейбусов автобусов в Москве 10 тысяч украинских граждан. А они же конкуренцию составляют. Вот их надо на Украину отправить. Их они же конкуренцию составляют. Виталечку. Чечню. Папа! Вот, нет, надо просто знать, что не на Украину отправлять. А давайте вспомним, что была Российская империя, была Великороссия, была Россия одно государство. Да. Одно государство было. Да, конечно, видишь, как наш. Неделю назад, вот это же все записывается, я не могу говорить. Нажми кнопочку, она же делает. Потом я у тебя, у меня не читавик, у тебя вот такая ряха. Я его попался, я не ожидал. Бутус. Ну, там, наверное, подождите же, я же иду с тортом. Ой, тихо, ножик. Просто пока все не складывается.
Ну, это могу сесть, если 31-го идти в китайское посольство. Я не буду садиться, я пока там не поем пельмени и пекинские. Нет, ну, не завтра, уж не обед, столовой нет, не обедаешь. Я все смотрю тебе по телевизору, что тебе мало показывает-то? А я не лезу в телевизор-то. Он себя не афиширует. У меня Волох любит там сидеть, я не лезу. А сейчас чревато это все дело. Мне сейчас предлагали круглый стол делать на этом самом, я захотел. Сейчас лучше не лезь в карту. Да, потому что потом... А расплатишься за политику наших... То есть как... Этих самых... Надежда, ты смотрел, что ли, да? Показывают тоже телевизор. А? Да ты что? Красный доклад, Павел Иванов, делал доклад. Ты так здорово играл, сейчас так... Этот Воробушка попал в это самое, а? Он сделал совершенную работу, идентификация остановок царской семьи. Не могу найти, где у меня лопаточки. Я убираю это, не жду, я не поставлю. Только на том и я, Андрюша, больше ничего не пью. На пиано. На пиано? На пиано, по-моему. Это как на пиано, ты что, получилось или нет? Не получилось. Чтобы полностью получаться. У меня даже какой-то эпизод больше всего. Хватит. Вот, у нас... Ты меня снимешь. Наша фамилия называется «Лучший Виталий». Да, отпуск у меня, конечно, крутой. Отпуск крутой. С субботы ты с работы пришел. Сюда с работы пришел. А у тебя отпуск, что ли? У меня с 29 декабря в отпуске. А потом 3 дня в сон. Оль, поставь Витальке кофе. А это вот сахар. А вы сейчас на пианино, ты еще Андрюха поет, она говорит. Я играю, Андрей поет. Замечательно. Как я мечтаю об этом. У меня звука нет. Сказал, что полный. Ты, Николай, чай-то у вас готов, сахар берите. Готов, спасибо, а я буду без сахара. Без сахара, тогда вот, пожалуйста. Торт. Дома за басом тоже. Маленький, маленький, кусочек. Ну это Хулио Иглесиас, по-моему, тоже играет такой, нет? Он прям не такой, у тебя техника прям такая, на высшем уровне. Сейчас, сейчас помню. Нет. Альпинис. Альпинис. Все-таки вот матери можно гордиться таким сыном, все-таки умеет на гитаре так играть хорошо, но помимо всего науки весь. Виталик, ну а ты паспорт соблюдаешь так или нет? Так у тебя это все это есть, да? Ты только у тебя только недавно разговелся, да? Вот это вот недавно. Что это? Подожди, жди спа. Ну что, ты, а так ты прямо так и продолжаешь ему все-таки специально что-то такое вот. Кому памятник-то ставить? Маме, только маме. Мама тебе заширяется не знаю как. И блюда, и все. Ну-ка вот сюда, как это самое, слышишь, Виталь? Главное, пойдет, будет сало есть. Вот 10 хвостов, как мусульмане те едят. Голод не тёрт. Я туда поставлю, как доставайся. Я у нас татарин, начальник пила. Слушай, ну что? Конфеты, гречка какие-нибудь, сало, как тебе нравится. Ты что ешь сало? Ну, разные. Я же не знаю, как это. После захода солнца можно. Аллах не любит. Гриш, ты чего, кофе, чай? Пока тебе. Торт будет? Заверните. Чай не буду, а торт будет. Скажи, заверните. А где пенит? Сахар облучаешь? Или они ничего там делают? Сахар? Сам-сам. Капануш, у тебя есть? Чай налей. Испанский. Садись, иди кушай. Улыбнись, Григорий Иванович. Опять. А тебя-то, Андрюшка, тебя-то нету. Да. Давай-ка тебя. Не надо. Скажу, куда нажимать. Старается. Да
давай. Вот так не делают. Ты включи, ты выключи. Ну, посмотри, как не дали, не умею. Ну, так надо учиться, а так оба не делает. Это мой родной сыночек. Да, да, да. Мам, пошли, сынок. А что? Подожди. Ты, Виталий, посмотри пока. Какая техника, какая техника. Андрюк, скажи, чиз. Чиз. Окей. Наша хорошая игрушка вообще. Виталий, тебе торт-то не положила? Все, все есть. Все, что можно купить. Сейчас положу. Хорошо. Ну, так для себя, конечно, я вот так играю, вот это то, что это не нравится, так металл.
Это тоже стихи Сеньки. Она сейчас почему-то горит. Она сейчас почему-то горит. Так я же не держу ничего. Вы должны на нее нажать, она не будет. Нажмите еще раз, она будет. Сейчас снимает, но это же... Андрюш, смотри, он на тебя... Смотри сюда. Я, конечно, знаешь что, ну тут я, конечно... Еще что-нибудь, мам, сыграй, еще что-нибудь, да. Ты будешь подыгрывать? Ну давай, знаешь, подожди, мы пели какой-то... Потерим тот, подожди, какой-то... Какой мы... Идите сюда, сейчас заснимем. Подожди.